Чуть меньше недели остается до православного праздника Крещения. В ночь с 18 на 19 января во всех храмах проходят водосвятные молебны и праздничные литургии. Один из важных моментов праздника – купание в источнике. В Сергиево-Посадском округе 4 официальных места купания в крещенскую ночь. Гремячий ключ, источники в Радонеже, в Шеметове и Пересвете. В субботу глава округа Михаил Токарев побывал на источнике Гремячий ключ, поинтересовался готовностью Гремячего к приему большого количества паломников на крещение. Знаем, что вот на Гремячий ключ мы ожидаем более 20 тысяч, наверное, жителей и гостей. Наверное, около 5 тысяч машин было в том году. Поэтому, по большому счету, на сегодняшний день перед нами две основные задачи. Это первое, это организовать комфортный, свободный подъезд и подход к этому месту, потому что все-таки, учитывая сегодняшние, нынешние сейчас, да, погодные условия, конечно, погода вносит определенные коррективы. И вторая основная задача, это вместе с нашими с правоохранительным блоком организовать охрану общественного порядка и безопасности. Сделать так, чтобы никаких происшествий, ЧП во время этих мероприятий у нас не произошло. В полночь с 18 на 19 января на Гремячем наверху у трех источников будет совершен водосвятный молебен, затем в небольшом храме праздничная литургия. Будет организована звуковая трансляция на улицу. Приходящий с верою и получает по своей вере. Вот, если вера слабая, значит, у нас, как правило, мало что получается. Поэтому, кроме того, что формально окунуться, ну, что-то Бог все равно дает человеку, потому что люди идут все равно за труд, за их хоть как бы малую веру, Господь им все равно что-то дает. Вот. Но в основном, конечно, нужно заботиться о том, чтобы грехи свои не только омывать водами, что весьма, как бы сказать, формально, но главное, омыть грехи нужно не водой крещения, а через покаяние. По словам игумена Савы, к крещенским праздникам для удобств паломников дорога к источнику будет посыпана песко-соляной смесью. Ирина Белякова, Антон Коврижных, программа «События».